Приветствую всех во второй части по вязанию кеда мужского носочка. В первой части мы с вами связали мысок и язычок. Во второй части мы с вами будем вывязывать подошвочку. Поэтому находим конец, последнюю петелечку вот эту вот на язычке. В нее вводим крючок и берем ниточку основного цвета. Закрепляем ее в этой же петелечке. Делаем 3 воздушные петли подъема. И ложим вот этот краешек ниточки на вязание на наше, то есть вот так вот на косичку. Теперь делаем накид, находим следующую петелечку и провязываем над столбиками предыдущего ряда по столбику. То есть каждую петелечку мы провяжем по столбику. Итак, третий, четвертый столбик с накидом, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Кончик у меня закончился, я немножечко его подтяну и дальше продолжаю. 15. Далее здесь у меня идет вот здесь вот петельки, поэтому я провяжу сначала в петельку 16 столбик, затем у меня идет над воздушными петлями петелька, я в нее провяжу 17. И вот она, следующая петелечка после воздушных, 18 столбик. Далее 19, 20. То есть мы здесь заправляли кончик ниточки. Будьте осторожны, если он у вас где-то вылазит, вы подтяните его обязательно. И продолжаем до нашего язычка довязывать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30. И находим первую петельку нашего язычка. Вот она у нас. Сюда делаем 31 столбик с одним накидом. Это первый ряд подошвы. Затем делаем 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем на изнаночную сторону. И теперь мы продолжаем делать наши прибавления как на язычке. То есть смотрите, мы делаем накид и в петлю основания 3 воздушных петелек провяжем столбик с одним накидом. Так мы сделали прибавочку в начале ряда. То есть у нас уже вместо 1 2 столбика. Теперь провяжем наши столбики, просто столбики над столбиком до конца ряда. В последнюю петелечку мы с вами снова сделаем прибавочку. То есть просто провяжите каждую петелечку по столбику, а затем в конце ряда снова прибавим нашу петельку. Дошли снова до последних вот 2 петелек, одну провязываем и в последнюю над 3 воздушными петлями вот эту вот петелечку третью подъема мы провяжем прибавление, то есть 2 столбика с накидом в одну петелечку. 1, сейчас я чуть-чуть не попала. Итак, один сюда и второй сюда же. То есть вот они сделали прибавочку мы. 2 петелечки, вот они наши 2 столбика. Добавились 2 петельки. И теперь в конце ряда снова делаем 3 петелечки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И в эту же петелечку основания снова делаем прибавочку. У нас в петле основания вот они 2 столбика. 3 воздушные петли заменяют столбик, и второй столбик мы провязали. И снова до конца ряда мы провяжем столбики с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. То есть каждую петельку провяжем по столбику. Я довязываю предпоследний столбик и в последний провязываю снова нашу прибавочку. То есть вот предпоследний столбик с накидом. И в третью петелечку подъема провяжем 2 столбика с одним накидом. Первый и сюда же второй.
Смотрите, это получается у нас уже третий ряд. Мы сначала провязали вот здесь вот от язычка до язычка. Это первый ряд, затем изнаночный второй ряд. Это лицевой третий ряд. Сейчас снова делаем 3 петелечки подъема. Разворачиваемся на изнаночный ряд. И точно так же делаем в начале в петлю основания. Провязываем еще одну прибавочку, столбик, сюда же. И до конца ряда провяжем столбики с накидом. То есть, как вы поняли, мы уже сейчас в каждом ряду перешли на прибавление с обеих сторон. То есть, в каждом абсолютно ряду мы провязываем 3 петли подъема и столбик с накидом в одну петелечку основания. В конце ряда последнюю петелечку мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. Мы прибавляем в каждом ряду по 2 столбика, по 2 петелечки. Так мы будем прибавлять до 12 ряда. То есть 12 ряд включительно мы будем делать еще прибавочки. Просто вяжите вот так вот столбики и делайте в начале в каждом и в каждом конце прибавления по одному столбику. То есть провязывайте рогаточки наши по 2 столбика. И мы с вами так встретимся, провязывая в 13 ряду. То есть мы в 13 ряду будем делать некоторые, скажем так, изменения. А пока без изменения до 12 ряда делаем вот эти рогаточки. То есть просто провязываем прибавление на увеличение нашей подошвы. Я довязала 12 ряд. Четный он у меня поэтому с изнаночной стороны. Теперь я делаю 3 воздушные петельки подъема, разворачиваю на лицевую сторону и начинаю провязывать со второй петельки. То есть, смотрите, первая петелька — это петля основания воздушных петель, которые замещают столбик. Поэтому мы начинаем со следующей петельки провязывать в каждую петелечку по столбику с одним накидом. То есть, смотрите, мы в этом ряду не делаем никаких прибавлений. То есть мы сделали прибавление 11 рядов. Мы откидываем первый ряд, который у нас был просто провязан без прибавления. Затем 11 рядов, 12 закончили провязывать прибавки. И теперь мы будем провязывать без изменения. То есть прямым, так скажем, полотном, прямыми обратными рядами без прибавлений и убавлений. Вязать мы будем таким образом 10 рядочков, то есть это первый рядочек, затем разворачиваем 3 петли подъема, второй рядочек и так далее. В общем, 10 рядочков. У меня для размера моего ноги, ну, точнее не моего, а которого я вяжу, уточню, вот, нужно 10 рядочков. А вы уже потом смотрите, исходя из вашей плотности вязания, может вам придется 12 рядочков сделать, не 10. То есть смотрите, у вас начало носочка, вот оно, берете, присоединяете сантиметр и слегка, повторюсь, слегка прирастягиваете. И таким образом меряете. И вот что у нас должно получиться в итоге. В итоге у нас должна получиться подошва, а затем, после того, как мы провяжем длину подошвы, будем вывязывать пяточку для кеда. Итак, вот я довязала 10 рядочков, просто без изменения, как я вам уже говорила. У меня всего получается от начала, вот здесь вот от начала 5 рядочков мы с вами провязали, и от присоединения ниточки вот этой вот к подошве 22 ряда. То есть 12 рядочков с прибавлениями и 10 рядочков без изменения. Итак, я заканчиваю 22 ряд. Он у меня изнаночный. У меня получается от мыска до последнего ряда 24 сантиметра. То есть я решила закончить, так как у меня еще, если потянуть, хватает до 27. А носочек, как вы знаете, еще довольно-таки тянется, поэтому я решила, что 24 вот это самое оно, то есть плюс-минус 5 сантиметр тянется очень вязание. Вот. Поэтому сейчас я набираю 3 воздушные петли подъема и разворачиваю на 23 ряд. То есть 22 нашей подошвы, 23 ряд.
3 воздушные петли подъема заменили нам снова наш столбик. И нам нужно провязать еще, начиная со следующей петли, 19 столбиков с накидом. То есть мы в каждую петелечку провязываем. Столбик нам заменился, 3 воздушные петли заменили столбик. Поэтому нам всего нужно провязать 20 столбиков с одним накидом от начала. То есть смотрите, почему 20? Сейчас я вам объясню принцип вывязывания пяточки. Нам нужно визуально поделить на 3 части вот это наше полотнище. Как бы есть 2 варианта по вязанию подошвы. Можно просто соединить вот так вот напополам, сшить, как многие рекомендуют, и, скажем так, не заморачиваться. Но я люблю пяточку, поэтому я буду вывязывать именно пяточку. Делим на 3 части, но при этом средняя наша часть будет меньше. То есть, смотрите, пяточка моя будет состоять из 6 рядов столбиками с накидом. 6 я умножаю на 2, так как у меня будет ряд, 2 петелечки делиться, располагаться ряд. То есть 2 это ряд, 4 это 2 ряда, 6 это 3 ряда, 8 4 ряда и так далее. В общем, средние 12 петелек, то есть 6 я умножаю на 2, это моя задняя часть пяточки. То есть 12 петелек средних я беру. У меня остается 20 с одной стороны и 20 с другой стороны. Вот я вам предлагаю 20 связать сейчас столбиками с накидом. То есть мы провязываем одну из 3 частей нашей пяточки. Итак, я провязала 2, 4, 6, 7 столбиков. Теперь довязываю 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, я просто вяжу столбики с одним накидом, 15, 16, у меня ниточки немножечко попадаются, 17, 18, 19 и 20. Еще раз перепроверим для нашего спокойствия. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Теперь нам нужно сделать уголочек. То есть пяточка наша будет вот таким вот образом выглядеть. Вот. Наши по 22 стороны и 12, вторая сторона нижняя. То есть подошва наша сторона пяточки. Смотрите, мы 20 петельку, как я вам уже говорила, пропускаем 2 вот петли. Во вторую делаем столбик без накида. Вот так. То есть мы просто соединили, как бы сделали начало уголка пяточки. Мы 20 столбик соединили через петелечку столбиком без накида. Теперь получается, мы провязали с вами первый ряд нашей пяточки из 6 рядов, которые я вам говорила. Мы делаем 2 воздушные петли подъема. В каждом ряду мы делали с вами петли подъема, но здесь мы сделаем 2 петелечки для того, чтобы на пятке не было дырочек. И снова пропускаем одну петлю, во вторую делаем столбик без накида. Вот так вот. Как бы соединили наш столбик из воздушных петелек и разворачиваем наше вязание. У нас, как вы помните, в первом ряду мы провязывали 20 столбиков. Так и будем мы провязывать 20 столбиков. При этом будем продолжать вот так вот, получается, над первой петелечкой у нас 2 петли подъема. Поэтому со следующей петелечки мы начинаем отсчитывать 20 столбиков с одним накидом. То есть у нас, как вы видите, немножечко загинается уже здесь, появляется уголочек. Итак, первый столбик, далее делаем накид, второй столбик, далее третий столбик, далее четвертый столбик, пятый столбик. Я как бы иду назад рядом. Шестой столбик, седьмой столбик, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый,
15, 16, 17, 18, 19 и 20 наш столбик на третьей петелечке подъема воздушных петель предыдущего ряда. Вот она у нас, 20 столбик. Теперь снова 3 воздушных петли подъема ряда, разворачиваем вязание. У нас провязан уже второй ряд пяточки из 6. Сделали воздушные петли подъема, делаем накид и, начиная со следующей петельки, снова провязываем наши 20 столбиков с одним накидом. 3, 4, то есть воздушные петли у нас снова ряд заменили. 1, 2, 3, 4. Теперь 5, 18, 19 и 20. Теперь снова делаем соединение через петельку столбиком без накида. Делаем столбик плотненько, чтобы не было дырок. И теперь нам нужно сделать снова петельки подъема, но их со стороны нижней пяточки, 2 петелечки подъема. И делаем крепление столбиком без накида через одну петелечку. Еще раз попробую. Я немножечко ниточка рассоединилась. Вот она, через одну петелечку. Это как бы у нас закрепили петли подъема следующего ряда, то есть четвертого ряда из 6 рядочков пяточки. Теперь делаем накид, находим следующую петельку и с нее начинаем и снова отсчитываем 20 столбиков обратного вязания. 1, 2, далее в следующую петелечку 3, в следующую 4, 5, 6, 7, 18, 19 и последний 20 столбик у нас в третью петелечку подъема воздушного предыдущего ряда. 20. Теперь снова 3 петли подъема начала ряда, замещающие нам столбик. И теперь считаем. Первый столбик, затем первый ряд, второй ряд, третий, четвертый. Это у нас пятый ряд пяточки. И мы начинаем снова отсчитывать. 3 петли подъема, первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 18, 19 и 20. Провязаны 5 ряда 20 столбиков. Теперь снова отсчитываем одну петелечку и во вторую делаем столбик без накида. Довольно-таки плотненько, чтобы у нас не было, опять же повторюсь, дырочек. Теперь снова 2 воздушные петли подъема и крепление столбиком без накида еще через одну петлю. То есть смотрите, вы когда дошли до конца ряда, вам нужно закрепить, затем сделать петли подъема и повернуть. Это наш последний ряд, то есть 6 ряд пяточки. Мы уже с вами провязали 5 рядочков. Первый лицевой, затем изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, пятый и сейчас у нас изнаночный. Теперь смотрите. Берем, вытаскиваем пока крючок, привяжите петельку, чтобы вам было удобно, и совмещаем две стороны. То есть, смотрите, одна сторона у нас та, которая не провязанная, то есть не довязанная, и вот эта, на которой вязали. Мы их совмещаем, вот так вот соединяем. Проверьте, чтобы у вас здесь обязательно было 20 петелек до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 петелька, как раз 3 петля подъема. У меня все правильно. Если вы все вязали по предыдущим моим рекомендациям, то у вас тоже должно остаться ровно 20 петель. То есть как с одной стороны, так и с другой стороны. Теперь смотрите, разворачиваем мы на изнаночку. Поворачивая к себе,
той стороной, на которой вязали, и другой стороной. Теперь смотрите, мы провязали столбик, так скажем, с одним накидом, благодаря нашим двум воздушным петелькам. Поэтому мы берем, делаем накид, вводим крючок в ту стеночку, на которой вязали, провязывать начинаем первую петельку, столбик, но делаем как бы недовязанный столбик. То есть мы провязываем один раз, второй раз не довязываете две петелечки. Вот, один раз. У меня на крючке две петелечки. Мы берем с другой стороны, находим первую петельку, вводим в нее крючок и захватываем рабочую нить. Теперь эту нить продеваем сквозь две петельки. Еще раз. Делаем накид. Теперь вводим крючок в одну стеночку, когда провязываем столбик с одним накидом. Мы его провязываем, две петельки первые, у нас остается еще две. Берем, вводим крючок в следующую стеночку, захватываем рабочую нить и эту рабочую нить продеваем сквозь две петельки. То есть вот такими недовязанными столбиками мы будем соединять две, так скажем, стеночки. Хотите, можете просто провязать ряд столбиками с накидом и просто сшить две стеночки, то есть вот этот наш квадратик. Или же вот так вот довязываете, просто захватывая стеночку вот с недовязанной петелькой, вот так вот, и продеваете с другой стеночки рабочую нить. Снова недовязываете столбик и с другой стороны через стеночку продеваете рабочую нить, потом через две петелечки. То есть еще раз захватываете ниточку, у вас три петельки на крючке. Затем провязываете 2 петельки, оставляете 2 на крючке. Захватываете соседнюю стеночку, вот эту вот петельку. И продеваете этой же ниточкой сквозь 2 петли. Делаете такую протяжку. Снова недовязанный столбик. Со следующей стеночки продеваете рабочую ниточку. И сквозь 2 петельки продеваете ниточку. Теперь снова захватываете. И так у вас должны совпасть. То есть благодаря тому, что у нас с двух сторон 20 петелек, 20 столбиков провязанных, у нас должны петельки совпасть одна в одну. Поэтому продолжаем так провязывать, делать протяжки до конца этого ряда. И вот еще доделываем 3 последние. Как я вам и говорила, все совпадает по количеству петелек, то есть и с одной, и с другой стороны у меня получилось 20 столбиков с одним накидом. И последний, вот он столбик, как раз таки в петлях подъема одного ряда и второго, то есть одной петелечки и с другой стороны второй петелечки. Теперь смотрим. Вытягиваем немножечко последнюю петельку, чтобы она у вас не спустилась. У нас получился вот такой замечательный шовчик. К сожалению, я не знаю, как сделать так, чтобы был на одной пяточке с одной стороны, на другой с другой стороны. Но, в принципе, его и не видно. То есть с внутренней стороны его как бы видно, но он довольно-таки мягкий, то есть ничего страшного абсолютно нет. Я делала вот такими вот полустолбиками, а получилось вот так все замечательно, мне кажется. И вот он наш, получается, 6-й ряд, на котором мы закончили. Вот так вот с лицевой стороны. Очень довольно-таки аккуратненько, мне кажется, выглядит. Вот она, наша пяточка вывязана. И мне кажется, что здесь не стоит, скажем так, просто сшивать. Как я вам уже говорила, один из вариантов это просто сшить. Получится такой грубый шовчик не очень. В принципе, можно, если сделать хотите именно с другой стороны, то придется на ряд больше провязать, то есть на ряд длиннее. Но, как бы, я думаю, что это абсолютно не стоит того. И вот у нас получилась вот такая вот заготовочка на кет, вот так вот, наш язычок и вот такая вот ботиночка. Теперь нам осталось обвязать наш кет. Здесь я делала присоединение ниточки, у меня ниточка заканчивалась. Вот я это все подкорректирую потом. Все кончики обязательно не забудьте поубирать, вот эти внутренние. Все, чтобы у вас, посмотрите, идеальненько было, ну как, максимально приближенное. И здесь точно так же все присоединения, все должны
быть аккуратными. Теперь берем, разворачиваем к себе снова этой петелькой, которой мы закончили сшивать нашу пяточку. И приступаем к обвязыванию, то есть не отрезая ниточки, не присоединяя ее к другой какой-то части ботинка нашего, сразу делаем 2 воздушные петли подъема, чтобы все как бы ровненько, красивенько было. И вот находим столбик первый, посерединке провязываем столбик без накида. Затем вот оно наше между столбиками, провязываем сюда столбик без накида. Снова столбик с накидом, мы сюда провязываем столбик без накида. Между рядами столбик без накида. То есть мы начинаем обвязывать столбиками без накида полностью по всему периметру. То есть мы сейчас провяжем в столбике с накидом, если вот эти вот поперечные ряды, по столбику, и между рядами столбик. Посерединке столбик между рядами, посерединке столбик между рядами. Итак, мы будем обвязывать вот так вот полностью по всему периметру. Затем плавненько перейдем на язычок. То есть язычок точно так же все-все-все-все-все-все-все обвязываем столбиками без накида до момента, откуда мы начали обвязывать. То есть полностью-полностью все обвязываем столбиками без накида. Довязали до шва, вот здесь вот до стыка, и делаем соединительный столбик. Или хотите, можете сразу столбик без накида провязывать. То есть можете вот столбик без накида, тоже неплохо будет. И продолжаем провязывать еще один ряд в каждую петелечку по столбику без накида до конца этого ряда, то есть снова до стыка. Но при этом я вам немножечко хочу показать, как сделать хороший переход вот здесь вот, где язычок, вот здесь вот, чтобы не было слишком накладно, то есть наляписто. И вот точно так же по вот этим уголочкам, чтобы они у вас не крутились, ну то есть не закручивались ни в какую сторону, а вам помогу вот здесь вот на уголочках язычка, в общем, обвязать красивенько. То есть вот эта часть язычка и верхняя часть язычка останавливаетесь, то есть вот провязываете вот эту вот сторону до уголка между язычком и кедом. Провязали столбиками, дошли до уголка, и в самом уголку у нас здесь есть петелечка. Мы делаем в нее соединительный столбик, а не столбик без накида, и в следующую петелечку на язычке мы делаем соединительный столбик. И дальше продолжаем провязывать до первого уголка нашего язычка такие же столбики без накида, просто все как обычно, то есть до вот этого верхнего уголка. Дошли до уголка, провязали столбик без накида, и сюда же провяжите еще один столбик без накида. То есть благодаря тому, что мы провяжем 2 столбика в этот уголочек, уголок не будет заворачиваться и будет довольно-таки красивенький. То есть точно так же мы сделаем и на второй стороне. Провяжем вот эту вот ширину язычка кеда, и точно так же на втором уголке мы провяжем 2 столбика без накида в одну петелечку, для того чтобы, опять же повторюсь, не заворачивался краешек, был красивенький ровненький переход. Итак, вот он наш уголочек. Мы провяжем в него 2 столбика без накида в одну петелечку. И продолжаем провязывать до уже второго уголка между язычком и кедом. Не довязав до уголка угловую петельку и перед ней, мы сделаем в точности до наоборот, как и на первом уголке. То есть мы провяжем на стороне язычка 2 соединительных столбика подряд. То есть вот она предыдущая петля. На уголке петля мы делаем 2 соединительных столбика. А затем точно так же продолжаем провязывать столбики без накида до нашего начала ряда. Или до конца ряда, как вам проще будет понять. То есть до шва, с которого начинали обвязывание. Поэтому дальше продолжаем точно так же в каждую уже петельку предыдущего ряда столбиков без накида провязывать второй ряд столбиков без накида. Довязали обвязывание столбиками до конца ряда, и не довязывая один столбик, делаем в первую петелечку столбика без накида соединительный
соединительную петлю или соединительный столбик. Почему не довязывая? Для того, чтобы был плавный переход. То есть вот она ровная. Если вы довяжете последний столбик, то получится такой как бы как ступенька. Итак, вытягиваем нашу петелечку и обрезаем. Оставляем небольшой кончик для прятания. Ну, то есть спрячьте просто этот кончик по межвязаниям. Хотите, можете вдеть ниточку в иголочку, спрятать. В общем, ну, тут уже ваша фантазия как играет. И наша основка готова. То есть довольно-таки высокая получается вот эта вот, так скажем, пяточка. Но ничего страшного, так как это ж носочек все-таки. И если там и по дому ходить, то как бы, ну, по щиколотку, даже может выше. То есть вот где-то на вот таком уровне будет щиколотка. И нам осталось спрятать вот эти вот все кончики, если у вас еще осталось, и вдеть шнуровочку. Шнуровочку вы можете сделать как жгутик, допустим, беленькой ниточкой, так и шнурок именно. Есть мастер-классы по изготовлению шнурка из ниточек. Есть простой вариант, это пойти купить обычные белые шнурки и вдеть. Вот здесь, вот как вы видите, есть дырочки, которые у нас были из-за воздушных петелек подъема. Вот они у нас. Вот в них вдеваете с одной стороны. Точно такие же дырочки есть с другой стороны. Поэтому вы вденете без проблем, я думаю, в столбики с накидом. И нам осталось сделать эмблемку со звездочкой. Для эмблемки возьмите белый цвет и провяжите, включите видео в самое начало, первых начальных два ряда. То есть кольцо амигуруми, в него 14 столбиков, и в каждый из 14 столбиков по 2 столбика с одним накидом. То есть первые два ряда мыска нашего начала вязания кедом. После того, как связали два ряда, берем, провязываем первую петелечку следующего ряда за заднюю стеночку, столбик без накида. И в каждую последующую петелечку за заднюю стеночку провязываем столбики без накида. Просто в каждую петелечку по столбику. Сильно не затягивайте для того, чтобы у вас не получилось, так сказать, никакого углубления, скажем, чтобы она не взялась шапочкой, эта эмблема. Вот так вот, не натягивая краешек, обвязываем столбиками без накида. Затем закрепляем, прячем кончики вот эти вот. И все, наша эмблемка готова. Нам осталось только вышить звездочку. Я вам говорила, что нам понадобится немножечко, буквально пару метров черного цвета. У меня, как ни странно, с мотка синего осталось 2 метра синей ниточки. То есть, в принципе, можно использовать остатки. Вот я вам покажу, сколько у меня с мотка осталось. Можете использовать остатки, то есть просто синим вышить звездочку и синим цветом пришить. То есть это уже ваше желание. Если не хотите черного, значит, можете не использовать этот черный. И вот он наш кед. Берем нашу эмблемку, располагаем таким образом, каким вы хотите. Ну, например, 3 ряда от пяточки или 4 ряда. То есть как я сначала хочу вдеть, так сказать, наши шнурочки, а затем соотносительно со шнурочками хочу пришить вот эту эмблемку. Можно поближе, можно подальше, наверное, звездочкой вверх, то есть каким-то образом определитесь для себя, где у вас вверх, где низ. У меня будет низ, пожалуй, там, где вот соединительный столбик, конец ряда. То есть вот я вот так вот не совсем, может, аккуратненько вышла, ну, вот такую вот звездочку. И таких звездочек, эмблемочек, нам нужно 4 штучки, то есть с одной стороны, с другой стороны на одном кеде. Вяжите аналогичным образом второй кед и точно так же вот так вот пришиваете. Вдеваете ниточку в иголочку и обычными стежками вперед иголочкой пришиваете вот эти эмблемки. То есть для себя отмерьте, где они у вас должны находиться. Я думаю, что здесь никаких сложностей возникнуть у вас просто не должно. Берете, вдеваете ниточку в иголочку, хотите, можете крючком просто вот так вот продеть крючком стежки. Главное, чтобы отмерьте, на каком расстоянии они у вас, на каком столбике снизу, на каком столбике сверху располагаться, точно так же и с другой стороны, и по бокам. То есть отмерьте, чтобы у вас было одинаково пришитые вот эти эмблемки. И я думаю, что здесь ничего, опять же,
Сложного нет. Осталось только, так скажем, приложить немножечко фантазии. Вдеваете шнурочки, украшаете на свой вкус. Хотите, можете красные звездочки сделать, хотите, можете синие звездочки сделать, черные и так далее. В общем, цвет кеп тоже выбираете сами. Я взяла электрик васильковый. Мне он кажется довольно-таки симпатичный, как для парня. Цвет очень даже интересный, как в качестве подарка своими руками. Я надеюсь, что вам было интересно, познавательно. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока!